Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 55-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Выпуск поддержали финансово Ромаха 155, Стефан, Технопат, Антон Палыч, Жорик, Боник Форевер, Илья Лето и Shadow Alike. Огромное вам спасибо за крепкую мат-поддержку и доброе слово. На следующий сезон, может, в монтаже немного изменения будут, но от основной модели «Пути со дна» отклоняться не планирую. Однако на канале помимо Таркова в ближайшее время возможно будет несколько тестовых выпусков, но другой игры. Посмотрим, как пойдет. Всем приятного просмотра. Значит, сегодня на повестке дня у меня ренегатом тут не место квест хочу попробовать выполнить. Мне нужно убить рейдеров в подземном штабе резерва 5. Это раз. На резерве также есть безопасный коридор убить диких в подземном складе резерва. 2 только есть, 10 нужно настрелять. И у егеря есть квест борьба с вредителями. Убить диких в районе казарм на резерве. 1 всего лишь из 10 тоже настрелен. М4А1 вернулась по страховке, которую я скидывал на таможне в прошлом выпуске. Мы теперь пойдем в более-менее адекватном бронежилете, шлеме, ну а значит шансы на выживание у нас повышаются. Первым приоритетом будет убийство рейдеров, потому что там выживание, выход с локации, насколько я знаю, не нужны. Если у нас получится хотя бы часть настрелять, то уже хорошо. Я не помню, там бывает 5 сразу подряд или нет. Если будет тишина, то пойдем на другие точки интереса. Так, эндер. О, неплохо. Тут мы можем зато... Но нет никого. Под диким, по крайней мере. Можем сразу спускаться в подземку. И посмотрим рейдеров. Похоже, нет никого, но я питание сразу подам. Тишина. Вот, блин. Может, я рановато подал питание? Зараза. Так. Как ты тут? Понял. Но если здесь их нет, то их тут нет. А их тут нет. Ну тогда и мне тут делать нечего. Пойдем мы тогда назад в казармы вернемся. Посмотрим, что наверху. Надо бы патроны докинуть, чтобы пустым не бегать, да? Логика.
пожалуй, докинусь. Так, у меня пятерки есть и шестерки есть. Патронов кучу взял. Вообще, наверное, я зря днем пошел. ПВЕ квест. Днем на резерве. Да еще и в час пик. Нет никого. Давай, пойдем сюда. Ой, прям сюда идет, хорош. Пойдем, пойдем. Хуярь, медведя! Короче, у меня считается убийство диких в помещениях. Блин, он далеко уходит, капец. В помещениях, либо прям вот под окнами, можно так сказать. То, что дальше они отходят, это уже не считается. Куда ты ушел? А может, он в ту казарму пошел? Та же казарма тоже считается. Братюня. О. О, нашел. Так, нет, не то. Борьба с вредителями. Да, второй. Или их было два? А, нет, два у меня было, по-моему, по этим самым, да? Безопасно, да, точно, безопасный коридор был. Все, отлично, один есть. Ё-моё, на одному дикому радуемся убитому в казармах. Ладно. Надо дальше прогуляться. Надо, наверное, пойти и спуститься туда, в подвал. Если повезет, то там хорошо можно будет настрелять. На глухаря у меня квеста еще нет. И нет из-за того, что я не сделал убийство вот в районе этих казарм как раз-таки. Что по-хорошему надо делать это. Надо. Тут как повезет со спауном. Бывает так, что они щемятся в эту казарму. По 3, по 5 человек сразу. А бывает и вот так наоборот. А вон он сидит. Твою мать, не увидел сразу. Но ты же тут не считаешься, по-моему. Уходи. А, нет, считается нормально. Так, третий. И все. Больше не видать никого. Офигеть.
что-то есть. Вон он, блядь, вон он, ебашим! О! Четвертый. Оказывается, был тут. Пришел откуда-то. Где это было? Коридор или там могут? Там тоже могут спускаться, кстати говоря. Нет, послышалось. Не, не послышалось. 100% слышал. Не знаю, что тут с резервом, починили звуки или нет. По вертикали я имею в виду. Если не послышалось, то он тут в коридоре. Так, ну они на ПС, как всегда. О, вот это вот я хорошо заберу. Жаль, ты не против. Давай тогда тут посмотрим. У меня ключ есть от вот этой решетчатой двери. Вообще, по-хорошему не лутаться надо, да? А идти выбивать, где попало этих диких, пока тишина. Надо на коней сходить, черного, белого. Там точно они будут. Ага, наверху стрельба. Кстати, как раз, может, они там диких подстрелят. Пойдем похулиганим, на коня выйдем. Хотя мы и тут тоже выйдем на коня. Так, Эндар. Гида, стрельба была. Сейчас еще челоботики подъедут, как пить дать. Ай. Что за темень кромешная, блин, посреди бела дня надо ходить с фонариком включенным. Тут тишина получается. Чё за возня? Где дикие-то? 2,5 дикого на всю карту, что ли? Да не может быть такого. Ага, слышу слева. Прилеты какие-то. Да, там снайпера, походу, сидят, блин. Там не пролезешь сейчас. Ну, в смысле, не посмотрю я эту поляну. Снайпера не подпустят, да? Отсюда, что ли, поглядим?
Так, одного нашел все-таки. Да ну фигня, несерьезно так. Опа. Попасть не могу. Блин. Вон он, блядь, ебать его! Вот вы когда мне нужны были снизу, тут ни одного не было. По руке прилетело, да? Ну ладно, чё. Вот этот, по-моему, не считается на подъеме, который я только что убил, крайнего, да? А вот тот, который в чупик спустился, он спокойно может до подземки прям дойти. Все, готовченко. Вот эти дикие, которые вверху были, тоже можно было бы их, наверное, как-то заагрить, что ли, попытаться забайтить, чтобы они сюда вниз пошли. Ну да ладно, бог с ним. Давай тогда еще раз посмотрим здесь. Посмотрим казармы. Отлично. О! Чей возглас слышал? Выходи. Может, сейчас потянется? Так, это пятый. Хорошо. Дацел подождем. Так, а тут я все осмотрел. Что-то я как-то бегло вжух-вжух. Тройник, а почему он желтым горит у меня? Непонятно. Для чего-то нужен, говорит. Может, дейлик какой? А, два тройника найти, прикинь. Прикольно. Тут я, по-моему, что-то... А, нет. Вот тут. Соду заберем. Ну вот и все. И тишина теперь. Один спустился. Больше никого. И не хотят отсюда идти, да, с поверхности. Давай тогда того в углу еще посмотрим. Пойдем на казармы. Дикого, которого подстрелил. Тозиком, красавец. Окей. Ну, в общем и целом.
Блин, вот они лазят тут. А вниз идти не хотят. Но я его хочу застрелить, чтобы... Ты куда? Одиссей. Капец, как вы любите эти закоулки. Верха раздербанили, теперь можно попробовать сходить еще раз на казармы. Много диких тут в округе перестреляли, и спавнить теперь будут там, на той стороне. Я так предполагаю. Ого, уже поезд проехал. Это мы уже 15 минут до конца рейда. Ничего себе, время летит. Так, боюсь под чупа-чупс открываться, честно говоря. Есть подозрение, что там смотрящие сидят. Да ё-моё, не застревай. Ну ты тоже слышал, да? Возможно, что лоботики уже двигаются. Иди к казармам. Так, стекло я где слышал? О, сидит. Ой, хорош, ты правильно идешь, правильно. Кто-то это просматривает все. ТТС ЛЦУ, я думаю, откуда ЛЦУ светит. Так. Ну вот, не зря пришел. Еще один в казармах есть. Я же говорю, там кто-то простреливает все это дело. Возможно, тоже такой же квест, как у меня делает. Ну и все, и тишина, и нету никого, да? Чё себе у тебя тут с боевой калахан? Ладно, пошли на выход. А могут ли сейчас эти подспавниться сюда, слушай? Рейдеры. Как считаешь? Нифига. Сука, вот они где все дикие, блин. Утырки, а я вас наверху ищу. А можно этих засчитать как за рейдеров? Спасибо, пожалуйста. Говорить нельзя.
такой вот квест. Переезжаем потихоньку. Это еще больше разгрузка. Ладно, на продажу заберем. Не понял. Да почему вы тут тусуетесь, пацаны? Не. Обычные дикие, и они, смотри, их тут сколько много, елки-палки. Как бы было бы хорошо, если бы вы где-то там в подземке были бы. Или хотя бы в районе казарм. Это было бы гораздо лучше, господа. Вот этого, по-моему, я убил, а вон того наверху, это уже не я делал. Вот, а, это вообще Юстик. А, подожди. Так этого ЧВК. Рома Толич. Вот дикий, оказывается, убил. Представляешь, вот чей я выстрел-то слышал. Да, капец. О! Ведь сидит же, не шевелится, смотри. Что это за патроны? Восьмерки трассеры, точно. Я думал, челобот. Нет, оказывается, обычный дикий. Ладно, пошли тогда на выход, что тут тусоваться. Хотя, да нет, уже время много. Или подняться все равно на казарму. Смотри, сколько перестрелял. Я сейчас уверен, что в подземном бункере просто кишит дикарей. Я просто уверен в этом. Так, у меня косопатроны-то не заряжены. А мы тогда сделаем так. Мы сейчас посмотрим казармы, если никого не будет. То мы пойдем дернем рычаг и побежим очень быстро в эти самые, в подземный бункер. Да нет тут никого. Слишком близко я нахожусь, да, чтобы кто-то заспаунился. Вот этого дикого кто... А, да, дикого кто-то уработал. Это снайпер сидит там на крыше, походу. Ох, сейчас будет досадно мне схлопотать, конечно. Ну, я попробую. Предварительно жахну себе SJ. Чтобы вообще без остановок добежать. Давай еще один этот тройник. Спасибо. Погнали. Надеюсь, времени мне хватит, чтобы я осмотреться быстренько и выйти.
Никого нет, пацаны. Порожняк. Те, кого я в подземке поубивал, заспавнились где-то на конях или на поляне там наверху. Какой классный рейд, а? Тихий. Делай свои дела, не хочу повоежные. И нифига. Я же говорю, они наверху все на поверхности заспавнились. Все, успеваю, надеюсь. Рычаг, который мы дернули, активирует вот этот выход, гермозатвор бункера. И пока работает сирена, надо успеть добежать до него, в общем-то. Получилось? Получилось. Ну что, 35 минут, больше 9000 опыта. Настреляли мы в итоге только диких. 18 диких мы настреляли. Часть из них только пошли у меня в квесты. Значит, какой-никакой прогресс имеем. Хоть дневной рейд и спокойный довольно был, я все-таки предлагаю пойти в ночной. Возьмем хорошую ночнушку. Мне тут за квесты пару штук хороших ночнушек выдали. И за ЧВК пойдем на резерв в ночное время. Вот так вот. Указку оставим. Ой, как хорошо видно, ядрёно вож. Красота, да и только. А то тут даже днем, блин, в помещениях темень какая-то непонятная. Чё тогда, сначала вниз, раз уж тут появился. Сначала посмотрим подземную эту самую. Рановато, правда, рановато. Чё тут говорить? Тут тишина. Неудивительно, на самом деле. Да нет, рано я прихожу сюда. Зря пришел. Пошли рейдеров тогда смотреть в подвале. Подвал мы можем... А, мы можем через медблок здесь спуститься, кстати говоря. Вот отсюда. Раз. Никого. Никого не слышно. Чего не скрывается? Дернем рычаг, понадеемся на то, что они появятся. О, кто такой? Опа. Появились, по-моему, парни. По-моему, у меня есть гости. А вот он сидит, прикинь, а я не вижу его. Отсвечивает лампа.
Так. Магазины будем полными держать. Накину обезбол, а что-то какой-то движняк произошел, но я так и не понял, кто это были. Скорее всего, обычные дикие. Но, возможно, и нет. Я точно слышал больше, чем одного. Вон он. И это рейдер. Блин, я понадеялся, что он на меня пойдет. Слева еще один. Нет, 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 нет. Чуть ежа не родил. Докидываться срочно. Ползет кто-то. Так, ну что, отлично. Поработали, так скажем. Сейчас посмотрим. Да, трое было. Зашибись, еще двоих надо. Ну, в этом рейде уже мне не светит двоих еще встретить. Вот это так не работает. Смотрим, что есть. О, сардины. Ё-моё. На БПЗ, по-моему, да? Я думал, он пушку уже стараканил. Ничего себе тут Хагрид вообще. ЛШЗ. Зато целый. Не понял. А, у него тоже ночнушка, прикинь. Блин, Хагрид выбит.
БПЗ патрон. Гранат насыпала. Этот вообще на репах. Так, тут я никого не убивал, получается. Все, здорово. Только я теперь 40 килограмм, конечно, вешу. Можно было бы хагридик на себя нацепить, 6-й уровень брони, но так как он выбит, толком он защиту никакую мне не даст. Теперь идем наверх и смотрим в районе казарм типов. Отлично. Хорошо, что получилось мне троих этих застрелить, да, еще парочку и дело в шляпе. Тебе и ночной рейд. Фонарик, конечно, слепит, видал, да? Чуть мозги не вытекли. Тут у нас тишина. Сила 20-я стала. Качается сила. Это обычные дикие пришли. По-моему, обычные восьмерки. Тишина по казармам. Тишина по казармам, значит, мы пойдем по своим делам. Возвращаемся пока в этот самый, в ангарчик, да? Посмотрим, что там в ангаре есть. Да, местами слепит прям жестко. А, устает он у меня. Хотя выносливость пополняется. Зашибись. Может, этот мешок выкинуть мне? Давай я пока скину. Я в любом случае вернусь сюда. Если там сейчас хорошо настреляем, я по-любому вернусь к казармам. А если и нет, в принципе, я в сторону выхода также сюда пойду. Поувереннее, конечно, ночью бегать по локации, меньше переживаешь за каких-то снайперов. Конечно, могут сидеть с теплаками и так далее, но маловероятно. Я, наверное, верхних не буду выбирать. Попробую спущусь, если там шуману. Вполне реально, что они спустятся ко мне. Где-то топает слева. А я его не вижу. И так не вижу. Вон он, сука! Готов.
Так, двоечка. Это в итоге уже 7 в подземке. Давай тройник глянем. В принципе, у меня ключики есть от резерва. Прям хорошие и оружейки. И там можно хорошо прям так полутаться. РБСТ. Но, честно говоря, если я сейчас начну лутаться, то я долго буду, короче, это делать. И у меня все время практически уйдет на только лутание. Конечно, я уйду, скорее всего, с локации с лутом. И вынесу неплохо так. Но дикие сами себя не настреляют. Так, а похавать у меня... Получается, нету ничего. Опачки. Дал то, что мне надо было. Ну ладно, хоть так. А где этот тип? Вот он лежит. Патрон. Ну чё, раз такой движ, давай еще раз казармы глянем и через D2 покинем локацию. Вот они, заразы, здесь лазят. А они мне здесь вообще ни разу не нужны. Блин, топливо лежит. Блять, тут нашего завалили! Это чисто для того, чтобы... Возле казарм был шанс кто-то, чтобы появился, да? Я к барыгам, а потом по бабам. Ну, и они все тут, оказывается, на конях, елки зеленые. Вот из-за вас я не могу найти себе диких там, где они мне нужны. Да куда ты меня ведешь, алё? Да ну нафиг. Еще и магазин просрал. Забыл, что у меня полная эта разгрузка. Опачки.
Я думал, где-то прямо внутри. Ам, оказывается, тут. Блин, надо было восьмерки ту расу взять, да? Ну еще раз контрольный заглянем. Но тут нет никого. Судя по всему. Поезд подъехал, могут рейдеры сейчас сюда прийти. Тут уже светло, а нет. Ладно, забираем свой мешок. И валим с локации. Патронов, конечно, не густо у меня. Так, а где свой ящик? Ой, этот. А, понял. Возле пищеблока я его скинул. Эх, утащу ли теперь столько лута? Нет, выносливость поднимается, это хорошо. Что интересно, не то, что ЧВК нет, даже челоботов нет, прикинь. Вот это меня больше поражает. Обычно тут их кишит. Что днем, что ночью. Спасу нет от них. А тут вон тихо. Прям Тарков для меня отдельный рейд запустил. Бот, который мне нужен был по квесту, и я побоялся зажать, потому что, блин, боялся, что патронов не хватит. Схлопотал, успел он навестись и в челюсть мне дать. Жестко, жестко. Ну, спокойно воспринимаем эту смерть, потому что такое случается, и ничего страшного не произошло. Тем более, что это обычный дикий, и, скорее всего, вся амуниция моя и оружие в том числе вернется по страховке. У меня тут на складе МК-47 лежит давным-давно. Я ее собрал, 20 всего эргономики, отдача 45. Не знаю, я вообще практически, сами знаете, что не играю ни с мутантами, ни с чем-то подобным. Давай с ней, что ли, сходим. Выгуляем, так сказать, мутанта на резерв. Сортирую я ПС-ки на дно по десятку, а сверху БП-шек насыплю. Блин, пацаны, прикинь, у меня новая версия, оказывается, драйвера доступна на NVIDIA, и у меня запись теперь не запускается. Я только микрофон, а я уже в рейде, твою мать. Я покинул рейд. Короче, другой МК-47 я собрал. Вот такого теперь плана. Эргономики побольше, 52. Ну, а дача, конечно, будет 62. Попробуем ее как-то законтрить, что ли. Ну, либо одиночными будем джебошить. Ну-ка, давай поглядим. Люто, люто. Главное, чтоб руки не оторвало к чертям. Значит так. Появился как-то Диса... Возле подземки, да? Выносливость 22-го стала. Да рано я тут ничего не увижу, ничего, никого и не встречу даже, я готов поспорить. Это надо выбегать, короче говоря. И бежать в сторону, как я в прошлый раз сделал, да? Подниматься, короче говоря, наверх, бежать... К медблоку, медпункту, и через него спускаться в подземелье. Опа. Ну это дикие вроде, да, обычные?
Надеюсь. И все это я выстрелил в молоко, получается. Там один раз, по-моему, только зацепил. Отдача, будь здоров. Не кашляй. Ладно, сейчас тогда с этой стороны внедримся. Я обычно по воде здесь проходил. Ну что там? Как раз в аккурат выходишь в эти офисы. Пошел ты. Да, обычный дикий. Обычные дикие. Так, ладно. Будем тогда провоцировать сами. Появление этих самых, да? Рейдеров сейчас только магазины докидаю, чтобы они у меня полные были. А то если суета начнется, я опять начну метаться туда-сюда, пытаться скрыться от них. Давай, Тарков. По-моему, порожняк. По-моему, порожняк, пацаны. Блин, жаль. Очень жаль. Ну, такое тоже происходит. Ладушки. Тогда, не задерживаясь, пойдем дальше по своим делам. Значит, сегодня не судьба мне закрыть этот квест. Да, на самом деле, можно смело без ночнушки ходить, я так думаю. Чисто фонариком можно все это светить, и видно все прекрасно. Тишина. Ладно, пошли тогда в эти... О, что-то прогрузилось. Боты, челоботы, кто это? Насыпало щедро кого-то. Игра. Пошли тогда, теперь вернемся туда, в ангары. Я думаю, что там будут наши клиенты сейчас. Дикие на поверхности лазят.
А тут никого, да? А нет. Один есть. В грудь попал. Тройник посмотрю. Так, где-то слева у вас... Можешь спуститься? Давай, спускайся, бро. Ты нам нужен, бро. И кореша с собой цепляй. Тут троих надо мне убить. О, спустился ко мне. Хорош, хорош, красавчик. Нет, не уходи. О, успел. Все, последний остался. Последний остался. ХП, по-моему, у него тоже были. Ну, возьму на всякий случай, а то у меня БП патронов маловато уже. Бог его знает, что будет дальше происходить, да? Метаболизм 30-й. Всего один дикий остался здесь. Всего один. Ой, красавчик, еще и молочко притаранил. Как бы их сюда заманить, как бы их позвать? О, еще подфризило. Понятно, короче. Ладно, давай время терять не будем, раз нет диких. Пойдем тогда назад на казармы вернемся. Непонятен, правда, момент с этими самыми рейдерами. В том плане непонятен, что они, скорее всего, насколько я знаю, не могут посреди... посреди рейда появиться. Там, в подвале. Здесь-то могут. Рычаг дернул, они могут чик заспавниться. И, кстати, туда вниз спустился, по-моему, тип, который тут терся. Дикий этот бот. Так что, если сейчас здесь пошумим, постреляем... Чё я туда пошел, мне ж туда не надо. Что-то есть. Процессор есть, говорит. Ну, что-то несерьезно. Жалко, конечно, что
Не получилось у меня рейдеров, да, встретить. А может тогда выйти и еще раз загрузиться? Конечно, выпуск потом получится, черти знает какой длительности. Выйду в этот раз через убежище. Тахометр под ногами валяется. Пойдет. Ты очень добр ко мне, Тарков. Спасибо. Не знаю, если честно, как по мне, можно ночное видение с собой... А нет, хотя надо, потому что у меня же наверху еще надо будет там лазить. Фонариком светить лишний раз тоже не хотелось бы. Все, здесь мы и выйдем. Нет, наврал, больше не пойду, там, оказывается, геймплей больше, чем на час уже записано. Оставим на следующий выпуск. Ну а с этим у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за поддержку, пальцы вверх, добрые отзывы. Всем приятной игры, хорошего настроения. До следующего выпуска. До свидания.